Три наших земляка, двое мужчин и женщина, готовы к безвозвратному путешествию на Марс. Наши соотечественники, к слову, все они проживают за границей, признаются, что давно мечтают покорить космос. А потому, когда одна из голландских компаний предложила желающим попытать удачу и стать гражданским астронавтом, долго не раздумывая, отправили свои анкеты. Константину 25 лет. Он давно проживает в США. Молодой человек уже даже собрал багаж, который возьмет с собой на Красную планету. При этом парень отдает себе отчет, что заветный билет на Марс в один конец. Мне всегда казалось, что родился слишком поздно для покорения космоса. Однако, может, я ошибался. Благодаря этому проекту мне удалось бы побывать там. Столь же амбициозен и Борис, другой молдаванин, который зарегистрировался на сайте голландской компании. Моя жизнь — это сплошное движение. Я взаимодействовал с различными социальными структурами, жил в разных веках и даже тысячелетиях. Почему бы теперь не попробовать сменить планету? Почему я подходящий кандидат? Потому что у меня есть военная подготовка. Еще одна претендентка — Светлана. Девушка говорит, что с детства увлечена космосом. Я всегда считала себя сильным человеком. Не боюсь опасностей и готова сделать невозможное, чтобы выжить. За право попасть на Марс наши соотечественники поборются с другими двумя сотнями тысяч кандидатов, которые примут участие в реалити-шоу. Ну а попадут на Красную планету всего четверо землян. Победители будут жить в специальных капсулах, изучать климат и геологическую структуру планеты, на которой не ступала нога человека. Бюджет проекта оценивается почти в 6 миллиардов долларов.